Добрый вечер, уважаемые сети зрители. Это прямая трансляция по вещательной технологии сетевизора студии онлайн.tv.ru, первого интерактивного телевидения. И сегодня в программе «Играй Баян» у меня замечательные гости. Дуэт Екатерина Бродская и Иван Ильичев. Приветствуем. Добрый вечер. Здрасте. Ну, начнем, я думаю, с того, что мы поздравим Валерия Семина, нашего дорогого друга, с днем рождения. Да, у меня вчера был день рождения. Можете, что мы сегодня собрались здесь. У меня можете что... поздравить, да, поздравлять. Да, меня так, дорогой. Я думаю, что еще много-много зрителей, которые сегодня смотрят. Я хочу напомнить, что у нас сегодня прямой эфир, поэтому вы можете нам позвонить по телефону плюс 7 499 918 43 78, или набрать по зеленой кнопочке, которая внизу ваших экранов, или написать вот сюда на стеночку, уже очень много нам пишут народу. Вот, и мы будем читать, исполнять ваши заявки и просто беседовать. Сегодня замечательный дуэт, это... Я считаю, что это как один из трогательных таких, Вань. Да как вас называют? Трогательный? Ну, называют, да. Вот в интернете написали люди «лучезарный дуэт», «лирический дуэт», «трогательный» нет, как-то... Проникновенный. Проникновенный, душевный, светлый. Да, душевный дуэт очень. И мне вообще кажется, что слово «дуэт», оно так как-то... подзабыто нами, да, немножко, потому что эстрада, всякие жанры разной музыки, народная песня, популярная песня, джаз, рок и так далее. А слово «дуэт» как-то вот редко звучит вообще из экрана телевизора, из на волнах радио. А в принципе жанр очень интересный, и именно как жанр я его выделяю, дуэт, да, потому что соединение двух людей, двух, так скажем, творческих единиц в единое целое, это процесс, как оказалось, неимоверно сложный, потому что два разных человека соединяют не свою судьбу, соединяют не свое какое-то там общее дело, а соединяют свое творчество. Вот, и когда оно соединяется вот настолько, чтобы оно стало интересно людям, вот это и получается дуэт, к чему мы и стремимся. И ваша первая песня, которая вас объединила, это была песня «Старый клен». «Старый клен» — замечательная песня, потому что у нас совсем-совсем еще не было мысли, что петь в самом начале. И вот одно из первых выступлений, как ты помнишь, было... именно с этой песни, так что... того, что...
у нас есть звонок, который разбудил, да, вот этой песни для кого-то. Алло! Алло! Здравствуйте! Это я, да, Валера? Да, это вы! Как вас зовут? Поздравляю тебя, во-первых, можно на ты, мне 72. Поздравляю тебя с днем рождения. И вчера, в честь твоего дня рождения, я знал, что у тебя день рождения. Я подарил тебе солнечный день. Так. И хочу тебе пожелать здоровья, счастья, удачи, побольше хороших, хороших сюда. Ой, Денис, гостей. Спасибо. Вот. Хочу... Хочу, значит, поздравить и пожелать Ивану и Катюшке хороших песен, почаще приходили, они действительно разбудили меня. Я сидел, подпевал, потому что эта песня моя мечты детских лет. Хочу передать привет в Ярославль, в Брянск, в Ялту, в Алушту. Я вам нашел клиентов, вам слушать теперь и Крым, и Алушта, и Ялта, и Ярославль, и Пошехонье. Вот, а главное Москва. Хочу всем пожелать здоровья, мира, добра. Все-таки, Валера, вы немножко в тот раз ошиблись. Когда я вам обещал 29 числа вечером, что в Москве 30-го будет солнце, я спал до половины третьего. Проснувшись пол третьего, я за 15 минут разогнал солнце. Это было 30 апреля, и солнце светило до самого вечера. Спасибо вам большое. Спасибо. Оставайтесь с нами. Солнечный вы человек. Оставайтесь с нами. Спасибо вам. И дай бог вам долгих лет жизни и здоровья. Вот как хорошо, что такие люди есть, которые... Дуэт лучезарный. Вот лучезарный дуэт, да, и вот... Спасибо и до следующей. Спасибо среды. Большое. Спасибо. Всего хорошего. Пока. До свидания. Звездочку отыщет, сделает навстречу шаг один.